Маком Дади. Дальше Хуан Нуньес. Один в один будет ли обыгрывать, задействует своего партнера. Не посмотрел даже на партнера по команде, поэтому не был готов принять эту передачу. 31 номер мюнхенского издаля не попадает. Исаак Бонга забрал подбор. И затем трехотник Вейлера Бэва завершается неудачно. Хуан Нуньес в нападении не стал бросать из дуги. Тревиан Уильямс сделал это правильно. Хуан Нуньес стянул на себя всех защитников и Паку. На паркет это мы отмечаем. И также Хуан Нуньес. Дальше Эй-Джей Фигероа издали туда точно. Поливать из-за дуги. На этой есть определенные предпосылки. Хуан Нуньес в проходе. За ними владение. Хуан Нуньес. Сильвейн Франциско рядом помогает здесь заслоном, но он не представляется для мюнхенской команды. Пас на Элиаса Харриса не проходит. Быстрый отрыв. Улетает Хуан Нуньес. Делает паузу. В полуфинале уже одолели Бамберг вчера. Два из двух. Андрес Опс реализовал. Хуан Нуньес подвешивает высоко мяч. Леандро Больмара еще одну треху попадает. Снова плюс 17 становится Хуан. Также у него 7 подборов и 3 результативные передачи. Хуан Нуньес пытается раскачать Сержа Ибаку. Со средней бросает. Сейчас наносит они поражение Ратио Фарм Ульму. Паком Дади из-за дуги точен. Он окончательную точку не ставит. Еще, конечно же, будут броски. Хуан Нуньес своей трехой.